разбушевавшегося покупателя, кто в ночное время дерзко требовал алкоголь, продавцам потребовалось невероятное терпение. Но покинул магазин фигурант лишь после того, когда получил то, ради чего устроил погром. Патрульный экипаж не только вышел на молодого человека, но и вызвал ему скорую помощь по причине порезов в магазине. И лишь после этого доставил к следователю. Сейчас задержанный в статусе обвиняемого сразу по двум тяжким статьям Уголовного кодекса, одна из которых – грабеж.